Возможен ли диалог власти и граждан? За круглым столом ответ на этот вопрос искали чиновники, политологи и ученые. Эксперты к этому заседанию подготовили статистику обращений за последние 20 лет. Проверяли жалобы в районной администрации, Смольного и депутатам всех уровней. Выяснилось, что, как и 20 лет назад, чтобы заткнуть течь на крыше среднестатистическому обывателю, необходимо обладать красноречием и терпением. Если рассматривать с точки зрения законодательной инициативы, здесь немножко сложнее ситуация обстоит из-за того, что наши инициативы, они натыкаются все же на определенные бюрократические препятствия или длительные процедуры согласования. Четвертая власть, как выяснилось, тоже в силах помочь залатать крышу. Однако, как было заявлено на круглом столе, граждане впервые в борьбе за сухой климат в квартирах стали объединяться в общественной организации и всем домам писать жалобы и обращения. Правда, дыр от этого в кровле меньше до сих пор не стало.